Друзья, всем привет! Меня зовут Константин Лесик, я нахожусь на ледовой арене в Таллине, где на этой неделе стартует чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. И в этом видео я расскажу вам о спортсменах, которые будут выступать на этом турнире. Поехали! В парном катании у нас огромные шансы увидеть российский пьедестал. За нашу команду выступят Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева Валерий Колесов и Юлия Артеньева Михаил Назарычев. Если кто-то из иностранцев сумеет отнять у наших хотя бы одну медаль, то это уже будет сенсацией. В танцах на льду главные фавориты не наши. За золото здесь должны бороться грузины Мария Казакова и Георгий Ревия, а также американцы Эйвелин Гуен и Вадим Колесник. Два этих дуэта уже бились за победу в недавнем финале Гран-при. Остальные отстали на 10 баллов. Россияне Елизавета Шанаева, Дэвид Нарижный, Диана Дэвис, Глеб Смолкин и Арина Ушакова, Максим Некрасов, скорее всего, разыграют бронзу. У юношей золото с огромной вероятностью уедет в Японию. Юма Кагияма и Сон Сато проводят невероятный сезон. Сато уверенно выиграл финал Гран-при, а Кагияма взял не только юношескую олимпиаду, но и бронзу на чемпионате 4 континентов. Еще один претендент – итальянец Даниэль Грассель. Россияне Андрей Мозалев, Петр Гуменник и Илья Яблоков тоже в числе соискателей наград. Пожалуй, главная интрига всего чемпионата – это битва американки Алисы Лью и россиянки Камилы Валиевой. В недавнем финале Гран-при Лью исполняла тройные аксели и четверной лутц, но все равно проиграла Валиевой, которая временно отказалась от четверного тулупа из-за травмы. В Таллине будет второй раунд противостояния. Другие ученицы этой Эвы Тутберидзе, Дарья Усачева и Майя Хромых тоже в числе претендентов на подиум. Не стоит забывать и об ученице Брайана Орсера Екатерине Кураковой, которая представляет Польшу и попала в десятку на недавнем взрослом чемпионате Европы. Соревнования на юниорском чемпионате мира будут проходить со среды по субботу. Все начнется с короткой программы юношей и завершится произвольной у девушек. Ну а на этом наш анонс подошел к концу. Подробнее об атмосфере на соревнованиях, самой арене и ситуации с коронавирусом вы сможете узнать из нашего влога, который выйдет завтра. Чтобы не пропустить его, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик. Ну, в общем, вы все знаете. До встречи!